Добрый день, уважаемые радиослушатели радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. С вами снова я, Рассадин Николай, и моя музыкальная пауза. В сети широко обсуждается проект привлечения заключенных к крупным стройкам в стране. Этому событию и посвящена моя новая песня. Нам на стройках нужны рабы. Мы б достроили, если бы, и Восточный, и даже БАМ. Но рабов не досталось нам, ведь была же у нас страна, где на каждом была вина, где в вагонах столыпинских развозили по стройкам их. Ведь была же у нас страна, где на каждом была вина, где в вагонах столыпинских развозили по стройкам их. Ибо не страшен был снег и град, их не брали ни вши, ни смрад, и росла за стеной стена, и великой была страна. Кто на 5, кто на 20 лет получал в этот рай билет, над страной развивался флаг, а страну развивал ГУЛАГ. Кто на 5, кто на 20 лет получал в этот рай билет, над страной развивался флаг, а страну развивал ГУЛАГ. Мы величие возродим через несколько лет и зим, и метаться, как мотыльки, будут черные воронки. Выключая на кухнях свет, нам в ГУЛАГ привезут билет, увозя нас в далекий край, в тот обещанный людям рай. Выключая на кухнях свет, нам в ГУЛАГ привезут билет, увозя нас в далекий край, в тот обещанный людям рай. Нам на стройках нужны рабы, мы б достроили, если бы. Спасибо за внимание.